Всем привет, добро пожаловать на канал Cycle of Play. И сегодня у нас будет межсерверный рейд, как видите, по толпе народа. Как на него попасть? Попасть крайне легко. Каждую вторую субботу, получается, когда идет основная осада, открывается вход на межсерверный рейд в деревне охотников у NPC под названием вот такой Мермедан. Или как-то он стоит он в деревне охотников. Вот. Вот такой же эльф, ни к одному. С таким же значком. Вот, через него мы попадаем, получается, сюда. Время, получается, с 7 до 22 по Москве. При этом в 7 открывается. Полчаса, получается, у нас идет на подготовку к заходу, чтобы вся толпа собралась и готовая. Вот. А вторая часть уже идет, получается, вторые полчаса. Идут уже в городе, кто успел зайти, а успеть надо там примерно за минуту максимум, надо взять билет успеть. Если не взял, то пролетел с концами. Вот. При этом такие дикие просадки FPS, что просто жесть. На слабых видеокартах я не представляю, что будет происходить. Желательно прописать макрос, прям соблюдая. Вот, таргет, посланник с большой буквы и город, который вам нужен. У меня в данном случае на Адам. Тут в межсерверной зоне нельзя сохранять макросы. Писать можешь, но использовать их нет. В целом так. Сейчас получается через 6 минут будет заход. А пока, ребят, просто смотрите на эту дикую толпень. У меня еще не все прорисовалось. 43-й это Кадмус идет, нумерация. Эрин и так далее, я, честно говоря, хрен их знает. Также тут запрещены обмены. То есть чисто зашел, получил и все. Эта зона предназначена для того, для прохождения квеста. Для третьей части на новый нубл. Так что тут надо чисто ловить момент и успевать. А то, что не успели, ждите 2 недели. Многим это надоедает и все. Кто-то забивает, кто-то вообще принципиально не идет. Тут народу. Смотрите, Кайнак занят. Смотрите, какая толпень. Она сразу на Аден перетекет, поэтому надо успевать. Знаю, что Годдард и так далее, вот тут тоже. Раз. На каждый город, в общем, который у нас существует, стоит NPC, который запускает. Самый быстрый город, который закончит рейд, он у нас, так, может получить кто-то из них награду в виде бумажки, благодаря которой можно получить PvP или PvE камень в куху. Это уже бизнес, ребят. Сами понимаете, сколько это все стоит. В целом, как-то так. Идем больше пока заходки. И остался 3 минуты. Просадки дикие. Когда я этот квест проходил, я еще больше народу было. Просто жесть. Сто вторые уровни, почта. Обмен тут нельзя смотреть, что шифтуют. Поэтому не удивляйтесь таким. Грязная ДНА. Полуимитаторы и всякое такое там. Много чем. Свиток модификации двуручной этой. С
столько балабольства тут, не удивляйтесь. Главное успеть взять билетик, это чертов билетик. Я знаю, что Аден, конечно, не самый быстрый город, и... Что хрен можно, мне кажется, получить будет этот план. Ну, опять же, вот ради вот этих монеток, которые, на которые можно менять различные плюшки. Даже СП дают они в определенное количество. Так, собираем пока народ. Надеюсь, повезет. Ты делаешь универсальный барахолк. Это все, как бы сказать. Межсерверные вот эти осады, рейды, они находятся на отдельном сервере. Рассчитаны, как видите, не на особо большое количество людей. Поэтому лаги тут неимоверны. Откат пошел народа куда-то. Рано. Взять. Есть, успел. Держите, ребят, еще ассист. Для тех, кто успеет еще. Ассист. Благо у меня все есть, поэтому я не парюсь. Так выглядит жетоны нового измерения Аден. То есть я попал. Даже успел вернуть, а еще раз забрать. За кланы бегают. Так, пока у фонтана стоим. Как? Вроде пачка-то вся на месте. Надо найти хила и Ису будет. Ну все, все на месте, полетели. Перемещаемся. Мы веселые, долгое впереди. Вот так все это выглядит. Что ж. И теперь орём, добираем пачку. Пустил. И скилл в пате. Был по фрагментам чуть получше. Но опять же, когда придем к воротам, будет нечто. А, он уже там. Все. Тут идет по воротам.
Получается, эта сторона противоположная и южная сторона. Сейчас опять будет просадка по FPS, так что, ребят, у нас еще есть полчаса до РБ. Тут можно спокойно менять саб-классы, дуал-классы, что угодно. Точнее, саб-классы нельзя, дуалы можно менять, если не у вас 9-9. Опыта за это не дают. Насчет слива я не знаю, я сколько не ходил, не замечал, что сливались очки опыта. Хотя я и не падал с опыта, потому что я танк. Давайте орать, пока не найдем кого-то. Сейчас, ребят, тогда поставлю на паузу и продолжим. Ну что ж, пачка собрана. Собралась относительно быстро. Народу не до хрена, конечно, но вполне всех хватает. Что ж, ожидаем еще 18 минут. И, кстати, пока время есть, смотрите. Обновилась же информация, сейчас добавлена, насчет сетов. При модификации комплектов на плюс 9 сопротивление фиксированному урону, это у тира, я знаю, два навыка фиксированных. И такой фиксированный, видимо, взлом идет. На 10%. Сопротивление отражению урона плюс 10%. Ну, вот замечательно. На 10, плюс 10 физ защита, плюс 1 харизме и удачи. При этом физзащита будет, дай боже, какая. Так что... Вот такие вот дела. Очень даже... На всех сетах она одинаковая, так что... Кроме магических, у магов там чуть-чуть иначе написано. Там защита от луков добавляется. А в целом, все то же самое. Пока ждем, что. Стоит Также, в этой зоне, кстати, нету склада и не работают очки премиум аккаунта, то есть очки ПА. Данные недоступны. При этом нельзя выкидывать шмотки, обмениваться, шифтовать можно, но не будет работать. Вот так. Так что тут есть свои ограничения, так как это отдельный сервер и нельзя ничего будет делать. И также, конечно, как вы можете посмотреть, много остроумных людей и острых на язык, как говорится. А вот это на превьюшку очень даже зайдет. Так что ждем. Поехали. Вот и первый босс. Хаф. Народу, мать его, толпа. По 6000 фигачит по толпе, заметьте. 50% уже, ну ни хрена себе. Жесть. Тут физ, лучше давать. Хрена себе он хилатор скидывает у нас. Просто нечто, как какой-то ребенка, что ли, просто вот прокидывает. Давай, раз, 4 рубля. На. Захватчики нового измерения.
Family Hub. PvE вставку включаем, что? 1300, а не 800. Мелочь, конечно, приятно. Это масуха не будет. Давайте я флагну. Сейчас флагаюсь, потом мучайся. Что где как. Как видите, Аден идет всегда медленно, как показывает практика. Но при этом он идет. Кайнак, там, конечно, народ просто идет. Тиора, точнее. Все проходит моментально быстро. Ладно, ребят, давайте я не буду некоторые моменты показывать, просто буду вкратце показывать моменты. Коротко говоря, как показывает практика, смотрите. На первом РБ на Адене надо давать больше физической защиты. На втором он, по-моему, у нас что? На втором я сейчас не скажу, но знаешь, на последнем она любит отталкивать себя. А у танка это аура выносливости называется. Вот. Вот она и будет давать этот момент. На втором я вам скажу, что это надо будет. Как? А в целом пока движуха идет так медленно. Это чего? Для прохождения квеста вам на межсерверном рейде. Вот тут на месте босса появится NPC. В результате чего, поговоря с ним, вы получите знак, который вам необходим для прохождения квеста. Он дается всего лишь один раз. Вот. Всего один раз. За весь рейд. Дальше, если он по квесту, вы можете не ходить, но при этом можно и сходить, потому что чем больше у вас вот этих монеток, вот, иных измерений, тем больше плюшек интересных вы можете забрать у NPC. Вот, ну сейчас почти добиваем. Смотрим, что будет дальше. Если говорить про РБ в целом, они находятся, получается, у нас 9, 6 и 3 часа. Но последовательность у нас 9, 3, 6. По часам, если говорить, то вот такая последовательность приема босса. Аден топчик, ну да. Слово топик. Давай, родной. Хав, падай уже. На Глуди уже второй РБ падает. Или Шутгард еще хуже. И упад. Падай, родной. Есть. Смотрите, по квесту вот, Мерла. С ним надо будет поговорить. Получить награду. Все. Дважды говорим. Забираем энергетический кристалл статина. И идем дальше. Так, народ уходит. А, двое ушли у нас. Понятно. Надо будет добирать. Бежим до следующего РБ. Что могу сказать? Что, народ застрял? Вот следующий РБ. Ждем. Два ДД в пати надо.
Один есть, нашелся. И этого добираем. Но уже хватит. Уже мне тут. Следующий РБ, вот он у нас. Массовое прокидывание. Антиопрокидывание, поехали. Так, давайте. Так что это опрокидывает, а та отталкивает. Вот становится суть босса. С этого идет такая же награда. Ну, босс, конечно, выглядит шикарно. Я показал. Жалко, оно на стороне зла, где печеньки в кухне. Ну что ж, следующий РБ у нас выглядит как-то так. Ему свойство чисто прокидываться, прокидывать народ не более того. Но бьет он, кусается больно и далеко. А, продолжим. А вот это, ребят, называется «делаем на зло». Читайте, какой идиот хил бафнул РБ. Вы представьте, вот этого РБ еще и бафнут. Смерти подобно. Даже хуже, я бы сказал. Смертную записку можно писать сразу сходу. Поехала фреза. Развлекаемся. Больно. Ну чё, продержимся, куда деваться. Ура, осталось совсем чуть-чуть. Совсем чутка. И Мелисса упадёт. Только почему интересно, мята встала резко это? Ты ж помню, типа мята считается, насколько я помню. По ногам не топчитесь, ну да. О, труп есть, трупец один. Благо, это не наше. И это самое-самое главное. Чтоб трупецкий был не с нашей пачки. То и так хватает. О, еще есть. Еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась, да? Опять говорим. Смерла. Получаем награду. Подождите минутку, еще раз говорим. Подождите минутку, пожалуйста. Вот, ждем, пока он нам даст это, и идем дальше. Ой, последний босс, я чувствую, лучше на танке. Вот, проходить.
Да, летать тут придется сильно. И долго. Вот она. О! Как там сказать? На английском-то не помню, как сказал бы прикольно как. Ну ладно. Так, все взял. Значит, палу берем. Поставим. Да. Рубин пущай. Это пущай. Яиц у нас. Яиц там остался. На батуте. Давай. Я пока жду Ису, ребят. Особенность этого босса заключается в том, что он скидывает таргет. И раскидывает вот так. Просто по жести. Как раз должен уложиться. Если ауру выносливости использовать, которая даст антиопрокидывание как раз. От сброса таргета не спасет, но от опрокидывания и отталкивания поможет. Пойдемте воевать. Призы у меня тут нету, у меня есть только клятва хромовника. На самом деле не стоит страшной клятвы, но помогает. ПВЕ вставочка. 900 урона, 800. Вообще великолепно. Ну вот так, смотрите, таргет сбился. Но мы все равно продолжаем. Итого, посчитали мы два энергетических кристалла собрали. Которые меняются у нас на СП и на монетки. На монетки мы получаем, покупаем различные плюшки. Время у нас еще для прохождения 1.5 часа. Но мы уложимся, конечно, быстрее, это явно видно. Ну, в целом как-то так. Со временем, конечно, народ отсеивается, кто-то уходит, кто-то приходит, ну, сама суть остается. Почему танк полезен тут? По той простой причине, что... Аура выносливости 20% на пачку дает. Сопротивление полетам всем этим. Как видите, я сам стою и не улетаю. Так что вот так все это выглядит. Давайте ждем, когда... Останется меньше хп, потому что тут, в принципе, показывать-то особо-то и нечего. Потому что эта бойня может, если тот босс шел у нас почти 10 минут, то этот где-то больше будет, минут 15-20. А смысл вас держать и мучить так долго, не вижу. Поэтому
Будет укороченная версия? Ну что ж, ребят, РБ мы так и не добили, потому что осталось бить сколько там? Всего человек 10. Так что в целом бесполезняк было что-либо делать. Вот. Что можно сказать? Не получили две энергии, но при этом хотя бы не померли. Что ж, а с вами был Дмитрий. Надеюсь, вам понравилось это видео. О, переместила. Сейчас я покажу, что дальше делать. Смотри. Вот Мерла, через которого мы пути все делали. Вот, меняем энергию на кристаллы иных. Ой, монеты иных измерений. Раз. Меняем. Два меняем. Слушай, больше монеток нету. За один рейд можно заработать 4 монеты. Что ж, и глянем награду давайте. Про что я говорил, вот. Купон на усиление кровавого камня, кровавого хелиуса. На темного все так же. Это в пушку оружие. А, в доспех. Ну хотя бы. Тоже это лучше ничего. Вот. Был в пушку, по-моему. Вот. Обменять монеты иных измерений на что можно? Камень, рун, 10 штук надо. 3 камни в виде лесов. Головные уборы. Вот. Вот это уже интересней. Коробка и новое измерение Эльсиума. Можно получить Эльсиум различных видов. Дальше. Камни с камешки с лесами. Вплоть до камня жизни гигантов. Вот. И последнее это у нас с камнями на точке. А вот это самая-самая вкусная часть. Это надо сходить 5 раз, убить 4 трех боссов, получить 4 монеты с каждого. За 5 заходов, идеально, вы можете получить такую вещь. Очень даже интересно. Эльсиум, свиток на оружие, усиленный камень, кровавый хелиус и так далее. Такие камешки, что... Очень даже полезно и интересно. Ну что ж, почти добили. Так что, ребят, вот такие плюшки можно вкусные получить за все это. Плюс халявные СП. Что ж, надеюсь, для вас это видео было достаточно интересно, полезным. Старался его дать наиболее информативно, рассказать все как есть. До следующих встреч. Пока-пока.